Привет! Добро пожаловать в The Sims 4. Я продолжаю экспериментировать с генетикой, а именно с генетикой оборотней. Сегодня мы с вами посмотрим, какие дети получатся у оборотня плюс оборотня плюс пришельца и также оборотня плюс мага. А если вы не видели первую часть, где я создавала детей оборотня вместе с русалкой, вампиром и обычным человеком, то обязательно посмотрите. Видео было довольно-таки интересно, поэтому ссылку на него я обязательно закреплю. Но сегодня мы смотрим на других сверхъестественных персонажей. Как вы видите, их я создавала при помощи истории. Я думаю, так гораздо интереснее. У них практически у всех была своя карьера, там они ходили на работу, и время двигалось быстрее. Также мне как-то так везло, что два раза у меня получилось создать оборотнем и один раз пришельцем, именно при помощи истории. А мага я создала сама потом, без каких-либо историй, потому что в другом случае я бы тут слишком долго просидела. В общем-то, я, как и в прошлый раз, создала одного парня, а именно Джима Мюррея. Он и является оборотнем, и с другими девушками он и будет пробовать заводить детей. Однако, небольшой спойлер, в итоге у меня получилось целых две пары. Но возвращаясь к сегодняшним героям. Вот он наш Джим Мюррей, вот такой вот у нас оборотень получился. Я думаю, что вполне себе симпатичный персонаж, и вот его форма именно волка. Следующий персонаж — это второй оборотень, Изабелла Деккер. Мне она безумно нравится, но вы только посмотрите, какая прекрасная симочка. Кстати, наряды я в основном использовала уже готовые, то есть стилизованные образы. Следующий, пожалуй, мой самый любимый на сегодня персонаж — это Эмилия Гарнер, а именно наш маг. Я думаю, она выглядит просто потрясающе. И последний персонаж — это Мелисса Кёртис. Она является пришельцем, и вот она ее форма маскировки. Кстати, как я поняла, в итоге именно маскировка передается по поколению нашим деткам. Ну, в общем-то, с героями мы познакомились. И теперь самая пора их куда-нибудь заселять. Я решила, что им будет прекрасно жить все вместе в Хэнфорд-он-Бэкли, довольно-таки маленьком домике, где есть всего лишь одна спальня. И детской там также не было, поэтому пришлось пристроить. Вот такую вот маленькую комнатку я пристроила. И также добавила, разумеется, три колыбельки. Я сначала искала колыбельную для пришельцев, но почему-то я ее не нашла. В общем, теперь садимся развивать отношения. Сначала Джим плюс Изабелла, а именно оборотень плюс оборотень. Я думаю, это довольно-таки легко, и их отношения довольно-таки быстро у нас развиваются, уже дарим какие-то цветочки. Я думаю, они очень красиво вместе смотрятся. Вот у нас случился первый поцелуй. Этот кадр с собой решила разбавить Эмилия, но пусть будет так. В общем, теперь у нас открылось действие попробовать зачать ребенка. Это мы сейчас с вами и сделаем. Как вы видите, вот это та самая единственная спальня. Я потом даже не докупала никаких кроваток, поэтому симы бедные ходили довольно-таки печальными и постоянно усталыми. Но тем не менее, сейчас Изабелла отправляется делать тест на беременность, и мы посмотрим, беременна ли она с первого раза, и неужели да. Ура! Изабелла, тебе пора есть за двоих, иди, пожалуйста, расскажи эту прекрасную новость своему дорогому Джиму, а пока Джим пойдет знакомиться со следующей сверхъестественной симкой, а именно Мелисса Кёртис. Она у нас, как вы видите, пришелец. Однако мне не очень понятно, почему она сейчас ходит именно в своем настоящем обличии, почему она не настроит свою маскировку. Но в любом случае, вот у нас случился первый поцелуй, наше действие открылось, поэтому давайте отправим их попробовать зачать ребенка. А там сзади Эмилия что-то готовит, видимо, она тут будет поваром за эти 3 дня, и в целом в этой семье только она будет этим заниматься. Но в любом случае, теперь почему-то наша Мелисса светится каким-то фиолетовым сиянием, я не знаю, что это значит, если вы знаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Но теперь нам пора идти и делать тест на беременность. И тут у нас тоже какое-то фиолетовое свечение. Тем не менее, ура, она беременна. Пусть она опять-таки побежит, расскажет эту новость нашему Джиму, после чего останется одна лишь Эмилия. И мне не терпится поставить все это на ускорение и посмотреть уже на их детей. И на самом деле именно с Эмилией у нас отношения складывались чуть сложнее, чем у остальных, именно потому что уже к третьей симке, видимо, наш Джим немножко подустал, и у него уже дискомфорт был. Ну а что вы думали, это уже целая третья симка, поэтому это должно быть выматывающе. Кстати, из-за того, что у нас романтические отношения со всеми, другие симки начинают ревновать, и это немножко мешало потом дальше в игре. Так было и в первой части, и сейчас то же самое. Но тем не менее, вот наш первый поцелуй, и теперь мы идем пробовать зачать нашего ребеночка. Напомню, что это оборотень и девушка-маг, поэтому интересно, что там выйдет. Блин, какой же все же милый домик я выбрала, мне он безумно нравится. Я думаю, что так гораздо приятнее смотреть на саму игру. В общем, теперь она делает тест на беременность, и посмотрим. Да, ура, наша Эмилия беременна, пусть она расскажет эту новость своему дорогому оборотню. И, кстати, в этот раз все наши симки беременны с первого раза. Я думаю, это прекрасно. Так, у нас всякие задания тут по работе приходят, поэтому их я буду выполнять, отвечать на рандом и ускорю время. А пока я думаю, что можно приготовить какой-нибудь тортик сразу, чтобы потом, когда дети появятся, наши персонажи не сильно об этом думали. Вот такой вот тортик получился, зимний торт. Я думаю, он очень даже мило выглядит. И ура! У нас тут превращение оборотня, и целых 2 сима сразу превратились в оборотня, поэтому это двойная угроза, можно сказать. Все остальные симы пытаются
пытаются спрятаться, как видите, они убегают, а наши оборотни крушат весь дом. Я представляю, какой челлендж был бы играть за целую семью оборотней, я думаю, это было бы безумно неудобно, потому что сегодня у нас всего лишь два оборотня, играть уже становится гораздо сложнее, и остальные симы не могут ничего доделать. В общем, наша симка там не может нормально убраться, потому что они постоянно пугаются и пытаются сбежать из дома, а наша пара оборотней смогли, кстати, сбежать из дома, и вот она, их превращение назад в людей. Они, кстати, сейчас смущенные, а у остальных симов сейчас большой испуг. Но это неудивительно. Давайте продолжим ускорять время. И, кстати, очень удобно, что у них у всех практически есть своя карьера, поэтому они все постоянно уходят из дома, и время очень даже быстро проматывается. Хотя есть и минусы. Когда они возвращаются с работы, у них просто отвратительные нужды. А именно бодрость. У них постоянно на низком уровне, потому что у них всего лишь одна кровать дома, и они не могут выспаться. А я старалась за них особо не играть, просто позволить им как-то бегать и делать то, что они хотят делать. Так, вот у нас, например, второе превращение. В общем, я думаю, что так гораздо интереснее включить полную свободу выбора для наших симов. Кстати, последнюю симку Эмилию я тоже устроила на какую-то работу, не помню точно какую, но изначально у нее не было профессии, так как я ее создавала не через истории, а просто как отдельного персонажа. Также я, как всегда, отправляла их на занятия волонтерством. Там они не только проматывали время, но и также поправляли свои отношения, и они очень даже сильно улучшались. Кстати, вы только посмотрите, кого я увидела. Это наша Либерти Ли и ее дочка, которую я создавала. В общем, да, это одно сохранение. И вернемся к самому началу, где я говорила, что у нас сегодня появятся целых две пары, поэтому да, первая пара — это два оборотня, Джим и Изабелла, и вторая пара — это Мелисса и Эмилия. Я думаю, что они очень даже мило смотрятся вместе. Вот так вот получилось, что две симки, которые вроде бы беременны от Джима, от одного оборотня, нашли, видимо, много общего друг у друга и стали вместе. Там одна делала другое предложение, а тут наши оборотни опять стали оборотнями и превратились. Это, собственно говоря, другая пара, Джим и Изабелла. Как я уже и говорила, два оборотня, я думаю, они тоже вполне себе мило смотрятся вместе. А с остальными персонажами я обнулила отношения. Итак, наша первая симочка, наша Изабелла Тейкер, наша супруга Джима, идет рожать первого ребенка, и давайте посмотрим, кто у нее родится. Сначала я рожу всех младенцев. Итак, это девочка. Ура, давайте назовем ее Саманта, Саманта Деккер. И это наш первый ребенок на сегодня. И у меня нет сомнений, что это будет оборотнем, потому что у него и отец, и мать оборотнем. Хотя у некоторых людей симы рождаются совсем другими. Но тем не менее, далее у нас рожает Мелисса, и как видите, она наш пришелец. Сейчас она в маскировке, но давайте посмотрим, кто у нее родится. По идее, должно быть 50 на 50, но я чуть больше уверена, что у нас родится именно пришелец, потому что, как мы выяснили с первого видео, гены у нашего оборотня довольно-таки слабые. Ну, в общем, это девочка, давайте назовем ее Лия, и у нас вторая девочка, давайте назовем ее Сара, ничего себе, у нас сегодня двойня родилась, это очень даже круто, хотя нам придется переместить одну коляску. Но даже сейчас видно, что у нас родилось два пришельца. Хотя было бы прикольно, если бы одна близняшка была пришельцем, а другая оборотнем. В общем, сейчас мы ее перенесем и также купим вторую коляску отдельно для следующего ребенка, ребенка нашей Эмилии, которая является нашим магом. Сейчас она нянчит детей Мелиссы, своей супруги, своей невесты. В общем, это выглядит очень даже мило. Но давайте отправим ее рожать своего ребенка. Вот такую вот коляску я купила для нее. И это тоже девочка. Давайте назовем ее Оливия. И очень интересно, конечно, получилось. В прошлый раз у меня было 3 девочки, и сегодня у меня целых 4 девочки, но мне уже не терпится посмотреть, какими они все вырастут. Сначала взрослеет наша Саманта, и ей день рождения будет праздновать ее, конечно, отец. Вот наш готовый тортик. Все же хорошо, что я так заранее подготовилась. Сейчас никакие черты характера, никакая жизненная цель ни на что не влияет, поэтому я быстро выбираю все на рандом, и теперь наша Саманта стала подростком. Самое интересное, давайте посмотрим, как она выглядит. Довольно-таки симпатично, похожа на свою маму, и она является у нас оборотнем. Ну, смотрим на следующих персонажей, целых двоих. Это у нас, конечно же, Лия. Лия Кертис, и она является нашим пришельцем. Я впервые вижу пришельца Тоддлера, потому что я за них очень редко играю, на самом деле. Но, тем не менее, все равно интересно посмотреть. Я думаю, что детки выглядят очень даже необычно. Еще одно день рождения, и посмотрим на нашего подростка. Хотя тут видно, что это 100% пришелец, и никаких других черт у него не было. Хотя было бы прикольно, если бы у него были именно нужды самого оборотня. Давайте теперь по традиции Бритоу The Weird Challenge наша Лия отпразднует день рождения своей младшей сестры Сары. Я думаю, что это очень мило выглядит. В общем, следующий день рождения. Выбираем ей черты характера, ее жизненную цель на рандом. И она теперь сама празднует свой день рождения. И теперь мы можем посмотреть, каким она будет подростком. Кстати, у нас сейчас нет никакой маски
маскировки, поэтому в редакторе создания персонажей мы потом создадим ей какую-нибудь маскировку, а сейчас они вот так вот мило выглядят. Одна черная, одна белая. Я думаю, очень даже мило, и они просто копия друг друга. В общем, следующий ребенок — это Оливия. Оливия Гарнер, ребенок нашего мага и, конечно же, нашего оборотня. И тут у меня случились проблемки с тортиком, потому что он испортился, и теперь мы не можем поставить туда никакие свечи, поэтому наша мамочка сейчас быстренько приготовит ей какой-нибудь новый тортик. Вот он, тортик с матчей, и теперь мы можем нормально отпраздновать день рождения. Кстати, мама у нас работает, видимо, полицейским, потому что у нее вот такая вот крутая, интересная униформа. Я думаю, она выглядит просто потрясающе. В общем, теперь мы празднуем следующий день рождения, и пока наша старшая сестра Саманта, которая дочка двух оборотней, которая сама является оборотнем, что-то там вроде превращается в оборотня. В любом случае, давайте посмотрим, как она выглядит. Я думаю, что однозначно пошла в маму, и теперь мы можем посмотреть на всех детей. Сначала это, конечно, Саманта Деккер, которая является дочкой Джима и Изабеллы. Вот она, наша сама Изабелла, и вот она, наша Саманта. Я думаю, она очень похожа на свою маму. Давайте ее немножко переоденем и немножко поменяем ее образ. Так она выглядит гораздо лучше и гораздо симпатичнее. Мне на самом деле очень даже нравится эта симка. Как вы видите, она является оборотнем, что неудивительно. И вот так вот выглядит ее вторая часть, вторая личность. В общем, ее часть оборотня. Видимо, она не наследуется, а подбирается под самого Сима, но тем не менее. Следующий ребенок — это ребенок опять-таки Джима и Мелиссы Кёртис. Вот она, наша часть Мелиссы Кёртис сама, и вот она, наша часть Мелиссы, именно маскировка. Вот она, первая дочка, наша Лия. Давайте откроем ее маскировку, и вот так она выглядит. Я так поняла, что маскировка у нас наследуется именно по генам маскировки нашей матери, потому что она очень даже похожа на свою мать. Подберем ей, конечно, какой-нибудь наряд, какой-нибудь образ, и теперь подберем образ для ее сестры Сары. Она выглядит просто идентично со своей другой сестрой, и ее образ мне уже нравится, поэтому менять я ничего тут не хочу. И вот такая вот симочка у нас получилась. Я думаю, очень даже симпатичная. И последний на сегодня персонаж — это наша Оливия Гарнер. И вот он, ее отец опять-таки Джим. Это опять-таки ее мать Эмилия. Просто самая любимая симка за сегодня, пожалуй. И вот она, дочь. Конечно, она получилась такой же симпатичной, такой же красивой, как ее мама. И у нее тут довольно-таки много скинов использовано, но тем не менее, давайте не будем их убирать. Просто подберем ей какую-нибудь другую прическу и какой-нибудь симпатичный образ. Вот такой интересный эксперимент у меня сегодня получился. Я думаю, что он довольно-таки познавательный. И вот такая вот прекрасная симочка у меня сегодня получилась. Все же это видео было очень полезным, потому что вот такой результат получился. Напишите в комментариях, как он вам и какой персонаж вам нравится больше всего. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Я желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения и всем пока-пока!